уважаемый Александр Сергеевич, а вы вот, между прочим, знали, что вы, может быть, Дюма? Пушкин, может, о себе таких вещей и не знал, а у меня на канале вы и не такое узнаете. Более того, можете не просто узнать, а попасть в клуб Дюма или стать тенью Ришелье. Такой план. Знаете, обычный будний день. Бац, и ты тень Ришелье. Ну, или читаешь Артура Перес-Реверта. Именно это мы собираемся делать с вами в 6-м дне нашего жуткого книжного марафона. Я Янис, а это мой канал, где мы говорим о книгах, смыслах в них и за их пределами. И этой осенью я решила устроить большой челлендж, в рамках которого 7 дней мы с вами жутко проводим времечко, готовим осенние пироги, развлекаемся походами в мистические местечки и читаем жуткую литературу. Все предыдущие серии вы можете посмотреть в описании под роликом, жмакнуть на колокольчик, чтобы не пропустить будущие серии, ну, конечно же, поставить лайк этому видео, подписаться ко мне в Инстаграм, Телеграм и на Бусти, где можно стать моим постоянным спонсором, ну или по этому QR-коду скинуть мне донат на новые книги, на то, чтобы мне хватило, знаете ли, на членский взнос в клуб Дюма, как минимум. Ну а мы с вами, пожалуй, не будем долго задерживаться. Леди и джентльмены не опаздывают в тайные клубы, так что отправимся читать эту загадочную книжицу. И уже Яна Читающая расскажет вам, что там к чему. И был ли Дюма Пушкиным? И снова всем, дорогие мои, привет! И я очень хочу начать этот разговор, потому что у нас с вами никто иной в собеседниках, как Артура Перес-Реверте и его клуб Дюма или тень Ришелье. И я его уже прочитала где-то до середины, даже чуть-чуть больше. Но, если честно, не хотелось останавливаться, хотелось продолжить это чтение. История получилась настолько увлекательная, необычная, интересная и все в этом духе, что я прям хочу вам рассказать сейчас немножко о том, что здесь происходит, как это написано, чтобы двинуться дальше и поскорее закончить эту книгу, потому что она жутко интересная. Меня радует, конечно, потому что не все, к сожалению, книги в этом книжном марафоне оказались таковыми. Значит, я для начала ожидала от этой книги немножко другого. Я думала, что Артура Перес-Реверте – это некий писатель 19 века, 18 века, вот куда-то туда. Оказалось, нет. Оказалось, что он писатель довольно современный. Он здесь упоминает своих современников, среди которых там Милан Кундера. В общем, довольно как бы новый век, новой литературы. И здесь существует такси, нет еще интернета, но есть какие-то телефоны, есть, значит,
А нет, интернет, наверное, уже есть. Но в любом случае, есть компьютеры, есть, вот, в общем, нам знакомый мир. И здесь будет очень такое своеобразное повествование. Причем, мне кажется, это книга, которую должны любить книжные черви всех стран, всего мира. Вот, потому что в основе этой книги лежит книга. Да и, в принципе, называется «Клуб Дюма» или «Тень Ришелье», да? То есть тут будет разговор о Дюма как минимум. Значит, один из героев, который как бы ведет повествование, но автор переключается где-то на авторский текст, где-то он ведет повествование не от лица других героев, но как бы покидая нашего главного героя. Точнее, даже не так, повествование ведет не очень-то главный герой. Пока что, во всяком случае, выглядит это так, что главными персонажами этой книги являются другие люди. Но наш рассказчик, он как бы к этому делу имеет непосредственное отношение, к тому, что здесь происходит. И наш рассказчик как раз-таки и является таким вот библиофилом. Он презентует себя во второй, по-моему, главе, рассказывает, кто он, кто, что он из себя представляет. Его зовут Борис Балкан. Он рассказывает, что он переводил Пармскую обитель. Он, в общем, дает свою биографию и как бы погружает нас в контекст, что он является переводчиком, что он является филологом, что он является таким изучателем биографии Дюма и вообще фельетона 19 века и хорошо в этом деле разбирается. То есть он такой литературный книжный червь. Вокруг него каким-то образом произошло происшествие. О первом происшествии мы узнаем прям сходу, еще до этой главы, где начинается прям такое развернутое повествование. Мы узнаем о неком мужчине, который повесился. Почему? Никто не знает, и даже никто не уверен, что он умер своей смертью, что он сам повесился. Есть предположение, что все-таки ему помогли уйти из этой жизни, и предположения эти дальше раскручиваются. И, в общем, мы имеем здесь детектив. Повешенный этот был не простым человеком, а издателем, и коллекционировал книги, покупал их. Был довольно богат, и у него была довольно обширная такая коллекция вот этих редких книг. Обнаружили его трупы, и под трупом нашли раскрытую страницу, одну из книг. И дальше здесь будут фигурировать книги, 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 и очень разные. Конечно же, здесь будет фигурировать Дюма, один из главных героев, который будет участвовать вот в этой разберихе из-за книг и гоняться за очень такой редкой книгой и большими деньгами. Он как будто бы будет попадать в передряги, которые попадали герои Дюма и его Д'Артаньяна и трех мушкетеров. Прям будут такие вот сцены оттуда. Это будет второй по значимости герой. Нам здесь его описывают как не очень приятного. Он такой коллекционер. Он, в общем, дилер-поставщик редких очень экземпляров книг. У него такая внешность кроличья немножко. У него выпирают зубы. Он не очень приятный. Он не очень хорош в плане каких-то человеческих качеств. Он готов пойти по трупам. Он может соврать, может предать ради каких-то своих интересов, чтобы добыть какую-то, значит, вот книгу, которая ему нужна. И он оказывается в этой истории с нашим переводчиком. Переводчика он тоже использует. Наш переводчик как бы ведет повествование, рассказывает, что случилось уже постфактум, и интересно нас как бы погружает, что вот сейчас-то я понимаю, что тогда вот этот вот чувачок пришел ко мне и не просто так стал спрашивать о Дюма и о его жизни, а у него были цели, он меня обрабатывал и хотел использовать по своему назначению. Хотя рассказ будет вести наш такой вот довольно интеллигентный мужчина, который вот занимается переводами, главным двигателем этого сюжета будет вот его знакомец, вот этот вот торгаш книгами. Будет там еще один торгаш книгами. Там, в принципе, довольно много будет персонажей, которые связаны так или иначе с книгами и с расследованием вот этого вот преступления. И, значит, что происходит? Что наш торгаш книгами, вот этот вот зайчий внешностью, появляется не просто так. Он появляется, во-первых, потому что он имел дела финансовые с издателем, который умер. И издатель, который умер, продал ему якобы от руки написанную главу Д'Артаньяна и трех мушкетеров под названием «Анжуйское вино». Это очень ценная рукопись. Дюма писал быстро и все сжигал после того, как печатал. Ну, то есть у него не оставалось рукописей. И коллекционер за рукописью Дюма, как бы вот первоисточником, гоняются там по всему миру. Не так-то много этих рукописей осталось, что все главы были напечатаны, а рукописи сожжены. И вот тут находится это «Анжуйское вино», которое коллекционеры и ценители не знали о том, что существует эта рукопись. Но она появляется, и наш вот этот второй главный
главный герой ее скупает, хотя не уверен в ее подлинности, и приходит, значит, к рассказчику и говорит: вот ты разбираешься в Дюма, разберись-ка, пожалуйста, подлинник это или фальшивка. Это первая история, да, и дальше вот эта вот нить как бы будет связывать вообще нас по сюжету повествования с Дюма как таковым. Вторая история в том, что наш второй главный герой имеет дело с еще одним мужчиной, который якобы нашел очень древнюю книгу, в которой существует 3 экземпляра. И тут интересно вот читать вот эту книгу, потому что тут все надо гуглить, потому что все выглядит так, будто бы основано это все на реальных событиях, и все упоминаемые штуки как будто бы существуют, и книги эти как будто бы существуют, но это надо проверять. Может быть, это выдумка автора, и нет никакой такой книги на самом деле, о которой они тут говорят. Но книга называется... Блин, я вам не вспомню, как она называется. Она очень созвучна с книгой, которую выдумал Говард Филлипс Лавкрафт, Некрономикон. Но называется как-то по-другому. Может быть, я где-то пущу здесь название, если мне не будет лень. В общем, суть в том, что это книга, которую якобы написал сам дьявол или проиллюстрировал ее сам дьявол. И там есть иллюстрации, вот нам их приводят в пример Реверте. Вот тут вот разные иллюстрации, якобы написанные самим Мефистофелем. Вот, и эти книги в период охоты на ведьм они сжигали. И коллекционеры знают, что вроде бы его создатели этой книги самого сожгли вместе с этими книгами, и этих книг не осталось. Хотя за ними была охота, конечно же, все хотели эти книги получить, их исследовали, и это действительно очень какая-то такая мистическая, необычная, загадочная книга. Но весь тираж, все книги, которые только были, их сожгли, создателя сожгли, и вроде бы осталось только 2 или 3 экземпляра. Вот один из этих экземпляров находится, и стоит выяснить нашему, значит, неприятному вот этому типу, оригинал это или не оригинал, сравнить с другим экземпляром, который он тоже будет искать. Все будет повернуто на этой книге, и за этой книгой, естественно, там охота, потому что если ты имеешь дело с такой книгой, которая представляет большую ценность, естественно, с ней хотят иметь дело и другие люди, которые тоже хотят выкупить или убить тебя, чтобы украсть эту книгу, или ее выкупить, или что-то должно такое вот мутное и темное произойти. И вот, значит, наш второй главный герой с этой книгой попадает в разные очень своеобразные приключения, которые выглядят прям как приключения Дюма. И, в общем, это довольно запутанный, хитросплетенный сюжет. Наверное, он мне будет более понятен и более четко я вам его смогу рассказать, когда дочитаю эту книгу, потому что тут все открываются новые и новые какие-то грани. Но это написано очень круто. И вот тут вот я бы хотела рассказать о своих именно впечатлениях о написанном. Во-первых, это все так скомпоновано, что ты действительно не понимаешь, выдумал это автор или вот какие-то такие моменты, они есть на самом деле, и он опирается на какие-то исторические сводки. И он плюс сам как бы постоянно намекает, что ну я же писатель, да, вот Дюма был писатель, он выдумал половину истории Франции. И он, кстати, здесь очень много будет рассказывать про Дюма. Если вы там читаете его, любите, если даже не любите, все равно будет очень классно его почитать. Именно с точки зрения, что вы узнаете здесь про Дюма, прям все, что хотели и не хотели тоже. И из его биографии, довольно интересно она здесь подана. Перес Реверте рассказывает, что вот Дюма придумал историю Франции даже лучше, чем сама история Франции себя придумала. Он из нее сделал просто какую-то увеселительную программу с мушкетерами, там, не знаю, миледи, какими-то тайными интригами и расследованиями. На самом-то деле все было не обязательно, не так интересно, и прототипы были часто не такими классными, прикольными, прототипы вот героев Дюма, какими их нарисовал он, плюс он, например, каких-нибудь отъявленных злодеев, наоборот, делал каких-то хороших людей, отъявленных злодеев, имеется в виду в истории Франции, и из каких-то хороших людей, наоборот, делал отъявленных злодеев. В общем, игрался, жонглировал историю Франции как мог, и все это было жутко интересно читать, и многие вещи, которые придумал Дюма, пошли в народ и обросли каким-то мифотворчеством, и об истории, как ее подавал Дюма, как будто бы знают больше, чем о реальной истории Франции, но, в общем, как-то это все переплетается в творческом и не творческом тоже сознании. Непонятно уже, чему доверять, кому доверять, Дюма или тому, что было в реальной истории, потому что Дюма был хорошим пиарщиком, наверное, да, он классно преподносил какие-то истории свои, да, и его поэтому и читали, и читают до сих пор. Ну и в этом всем, когда ты читаешь про то, что вот Дюма создал такой конструкт, да, и создал такой
продукт на фоне французской истории, которому не стоит доверять как официальному источнику, ты понимаешь, что и пресс-реверты тоже не стоит доверять. И то, что он здесь говорит, и то, что он вкладывает в уста своих главных героев, это не факт, что правда. Скорее всего, кто-то из них что-то очень сильно привирает. При этом это описано, ну, кроме того, что здесь есть детективная составляющая, историческая подоплека, здесь он упоминает Эко, и он вообще похож на Умберто Эко и на то, как пишет Эко, если любите очень Умберто Эко. И даже, если честно, у меня не было таких впечатлений об Эко, как о нем, потому что как будто скучнее он пишет. Умберто, я имею в виду. А тут мы погружаемся, он еще как-то очень психологически вырисовывает интересно характеры. Все герои, которые здесь появляются, они обрисованы, они не остаются плоскими фигурами на карте. Даже какие-то очень второстепенные, третьестепенные персонажи, все равно у них есть какой-то характер, ты понимаешь, что за этим человеком стоит. И это прям жутко интересно читать. Вот, мне кажется, я наговорила вам много, достаточно, чтобы уже закруглиться в этом включении и встретиться в следующий раз с дочитанным Артура Пресс-Реверта и его «Клубом Дюма». Это прям одна из лучших книг, наверное, этого года. Уже я это понимаю. К концу, может, что-то поменяется, но вряд ли. Страха и жуткости здесь, конечно, нет. Но с точки зрения детективной истории это прям сделано очень круто. Сейчас я удаляюсь на почитать, а передаю слово Яне Вас Развлекающей, которая для вас что-нибудь интересненькое, а может и жутковатое, придумала. Всем привет, дорогие мои, в этом включении. И у нас тут с вами просто сегодня супер задача, а точнее целых две. Сегодня я иду на экскурсию «Мистический Петербург», так что готовьтесь, наливайте свой скорее там тыквенный латте или что у вас заготовлено к этим мистическим дням октябрьским. И мы с вами пойдем по «Мистическому Петербургу», что успею подсниму, что не успею расскажу за кадром, короче, все как мы любим. Но задача номер два на вот это вот включение мини-влоговое, да, в том, что я собираюсь встретиться со своей Ириной. Ирина уже давно стала своей, потому что мы с ней хорошо общаемся, переписываемся в интернете. Она рисовала мне вот этот вот шикарнейший плакат, который является таким символом моего канала неофициальным. И он в рамках плаката вот у меня есть. Есть еще пары подписчиков, которым я высылала его за подписку на Boosty. Вот, и я думаю вообще, что делать с этим плакатом, с этой надписью. Может быть, надо сделать какие-нибудь открыточки. И будет классно именно иметь такие открытки с вот этим вот лозунгом. Короче, Ира занимается леттерингом, и мы с Ирой давно знакомы, но знакомы только виртуально. Она до этого жила в Швеции, я жила там в разных местах. Вообще, в целом, она из Петербурга. И вот как-то пересечься в жизни у нас не получалось. Сейчас Ира в Петербурге, я тоже в Петербурге. Сложите 2 плюс 2, и получится, что две прекрасные девчонки идут на классную экскурсию по мистическому Петербургу, и, конечно же, потом пить какой-нибудь ароматный кофе, болтать и сплетничать. Вот такая вот у нас интересная сегодня задача. Скорее же пойдемте ее воплощать в жизнь. Ну, конечно, не могла я обойтись без подарков и купила такую ретро-штуку. На самом деле, не знаю, представляет ли она какую-то ценность в плане того, что она ретро, но мне кажется, что это очень милая такая история про буквы. А Ира занимается леттерингом профессионально. Она в буквах знает толк, знает дело букв. И мне кажется, ей это будет интересно. Тут на самом деле внутри такие плакатики, которые просто можно в рамочку сделать элементом интерьера. Мне кажется, что это может понравиться, ну и что-то можно подчеркнуть, вдохновиться советскими вот этими штуками. Причем тот плакат, который Ира рисовала для меня, он как раз такой имеет советские вайбы, и мы ориентировались именно на советскую графику. ТЗ такое было, и желание такое было именно вот в каком-то таком стиле что-то сделать. Мне кажется, получилось очень круто. Может быть, даже что-нибудь когда-нибудь разыграю с этими открытками, плакатами. Как знать, не переключайтесь, следите за обновлениями. Thank you.
Экскурсовод нас провела по тайным местечкам и закоулкам Петербурга. Мы побывали в Ротонде, где, оказывается, знатных вельмож раньше принимали в масоны. Ну а позже тут же был такой атмосферный местный рок-клуб с БГ, Цоем и компанией. Экскурсия вызвала непреодолимое желание почитать Куприна и его яму, которая как раз-таки описывала всю злачность нынче центра, а тогда не совсем центра Петербурга, на улице Гороховой, где обитал разный сброд города, который и описывается в произведении «Яма». Также мы посмотрели на шикарные парадные доходных домах купцов Елисеевых, которые, конечно, требуют ухода и восстановления. Потрогали за морду льва и загадали желание. Посмотрели на квартирку Распутина и послушали про его нелегкую судьбу и жизнь. С кучей обожателей и преследователей зашли на территорию заброшенной казармы, с которой до сих пор не знают, что делать, поэтому здесь просто. Такое жуткое мистическое место для любителей порисовать граффити, но что самое интересное, что даже тут нашлись люди, которые приспособились жить в этом заброшенном местечке. В общем, было жутко и интересно. Всем советую пройтись по такой экскурсии. Ну что ж, развиртуализирование сыра произошло. Прекрасный человек. Надеюсь, наше знакомство, может быть, и дружбы, как там пойдет, в общем, продолжится. Очень рада, что я нашла в себе силы, и Ира нашла в себе силы, чтобы встретиться. Хотя мы обе в похожих каких-то эмоциональных состояниях, как мне кажется. Вот, короче, болтали, много чего обсудили. Объелись хачапурями, выпили вино, все как положено. А теперь я довольная, уставшая, сажусь, по-моему, в последний автобус до моего дома. И мчу, и передаю эстафету той Яне, которая вам расскажет о чем-нибудь мистическом и прочитанном. Итак, в ночи и в красном цвете и свете врываюсь к вам, чтобы поговорить о прочитанном у Артура Пресс-Реверт в его клубе «Дюма» и «Тени Ришелье». И я пока читала, думала,
эту же книгу наверняка экранизировали или экранизируют, ну вот что-то точно должно быть такое экранизированное, потому что в ней очень много нуара и такой вот атмосферы именно какой-то мрачного такого детективного романа он наводит, хотя он пытался в большей степени, наверное, закосить под фельетон и под какой-то приключенческий, может быть, роман, нет, детектив, но все-таки у него получилось все вместе. Вообще тут очень классно играют со стилями, и то это роман-фельетон, то это какая-то загадка и какая-то шарада, а не роман, то это готический роман, то это вот детектив, все вместе взятое. Так вот, когда я читала, один из героев, который мне кажется очень несимпатичным, Корса его зовут, я вам о нем уже рассказывала, это герой, который, в общем-то, будет здесь, ну, практически главным. Заплатили денег, чтобы он сравнил три тома вот этой вот очень старинной какой-то дьявольской книги, нашел подлинник, плюс он уточняет для своего друга, является ли рукопись одной из глав Дюма, вот про айджунское вино, является она подлинником или нет. Тоже у него вот, короче, свои задачи, свои проекты в этом всем. И он попутно нам обрисовывается как, ну, такой не очень приятный персонаж, но при этом в нем что-то есть и харизматичное, что-то есть в нем и человеческое, и доброе. Ну, доброе, наверное, нет, но какое-то такое вот близкое, человеческое. То есть, так как тут будет очень много основываться все на Дюма и на его Д'Артаньяне, трех мушкетерах и вообще на, в принципе, его творчестве, пресс Реверте хотел сделать из вот этого Корса какого-то человека, похожего на Д'Артаньяна. Ну, может быть, чуть такого более по весу, менее симпатичного. Ну, короче, читала я, значит, это все и думаю, блин, вот кто бы это мог сыграть в кино? Вот кто бы? Я думаю, наверное, Джонни Депп был бы неплох. И что вы думаете? Оказывается, подумала так не только я, а еще и Роман Полански, который, оказывается, уже снял кино по этой книге, что неудивительно, что по ней есть кино. И кто там в главной роли? Джонни Депп. И я не знаю, я не смотрела этого кино, но, может быть, на подсознании где-то я видела, потому что, в принципе, Романа Полански я люблю, и, может быть, где-то я там краем глаза где-то ухватила это кино, и вот, ну, в любом случае, Джонни Депп у меня всплыл в кандидатах на роль вот этого вот Корса первым. Ну, в общем, что мы сделаем? Прежде всего, мы поставим, наверное, 3 фонаря Джека из 5 этой книги за атмосферу и какую-то жуть. Потому что, в принципе, наверное, у этой книги не было цели делать такой готический, мрачный, темный роман, да, о каких-нибудь сверхъестественных силах, о каких-нибудь сатанах и прочем. Он все-таки погружался больше в библиофильское какое-то нутро. И библиофилам здесь, конечно, раздолье просто читать эту книгу одно удовольствие. Потому что здесь будет рассказано о книгоиздательском деле, о том вообще чуть ли не как от Гутенберга доходили книги до нас, как они печатались там 300 лет тому назад, как они печатаются сейчас, как их хранят, как их перекупают, как они переходят из рук в руки, как работал Дюма над своими романами. И, в общем, много-много мы узнаем именно такой вот внутрянки книгоиздательства книжного мира. Кроме этого, здесь будет очень лихо завернут сюжет, который в какой-то момент уже устаешь от хитросплетений, которые здесь есть. Но, в принципе, они, наверное, нужны в качестве такого интересной такой подачи, который выбрал автор. И да, наверное, тут они обоснованы, они цепляют людей, и люди, читатели, читают эту книгу, и у него есть много почитателей. Мне же здесь больше всего понравилась история именно взаимоотношений каких-то, описательные приемы героев, хотя некоторые герои, ну, где-то всплывали, и они потом забывались, они нужны были не зачем, вот это вот обидно, там появлялись довольно яркие персонажи. Одна из, допустим, любовных интересов вот одного из главных персонажей этого Корса, она тоже куда-то пропала, хотя, в принципе, должна была иметь какое-то значение в этой истории. Ну, и закручено, и завинчено здесь все очень своеобразным образом. Даже я не буду пытаться вам пересказать, что именно здесь в сюжете, потому что сюжет настолько залихватский и многоступенчатый, и многоуровневый, что лучше это почитать. И на сюжете здесь строится все. На сюжете, на деньгах, на библиотеке, которые хотят заработать деньги на старинных изданиях. И забавно, что тот человек, который как раз-таки вызывал симпатии, казалось, ну вот он-то такая вот белая пушистая овечка, хороший парень свой, вот он-то тоже точно никого не подведет, он главным образом и оказался вот этим вот человеком, который как марионетками распоряжается всеми судьбами в этом романе, в котором будет много смертей, много каких-то таинственных убийств, непонятных историй и загадок. Но в
этом, наверное, не главная его фишка, не главная особенность. Все-таки я считаю, что этот роман классно читать, если вы увлекаетесь литературой, если вам интересно, как строится разный жанр, потому что здесь, если его разбирать глубоко и разбираться в нем, то, конечно, здесь автор подражал в чем-то и фельетоном, и детективом, и он этого не скрывает, он, в принципе, об этом и пишет, что его задача как-то воссоздать эти все штуки, и вообще та ситуация, в которой оказываются главные герои, вот в этом клубе, да, в котором они как бы оказались, хотя они туда вроде и не напрашивались. Вот, это и есть тоже какое-то воссоздание стилистики и подражание былым временам, былым, значит, писателям, былой эпохи и титанам, которые в них жили. В общем, я очень советую эту книгу, это действительно один из лучших таких, даже я не могу назвать детективов, то есть тут и нуар какой-то, тут и детектив, тут и какая-то готика и мистика, что-то, в общем, все вместе взятое и полностью повернуто на книгах и писательской работе. Очень классно. Берите и читайте. А я, пожалуй, на этом с вами уже буду прощаться в этом выпуске. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заглядывайте ко мне в Инстаграм, Телеграм и на Бусти, можно стать моим постоянным спонсором. Или вот по этому QR-коду задонатить что-нибудь на новые книги, новые такие вот книжные приключения. Ну а мы с вами, напоминаю, встретимся уже в новой серии этого жуткого книжного марафона и будем с вами читать новую жуткую какую-нибудь книгу. Ну а пока, всем пока!